Выбор профессии как семейная традиция. Герои нашего следующего сюжета – супружеская пара, достойные представители целой династии учителей из Гунибского района. Профессия обоим досталась как по наследству. Стали они и победителями масштабного всероссийского конкурса «Семья года». О том, как они продолжают дело своих предков, расскажет Патимат Ханапова. Вот ряд руководителей, которые были в школе, вот и среди числе них, вот дедушка, которого мы родили, Гаджиев Зайхулат, потом после него был его сын Шамиль, вот после Шамиля и я. Это Джамалудин рассказывает о своей династии учителей. Сейчас он директор школы, которая сначала руководил его деда, после дядя. Родному селу республики его родословная подарила около 30 педагогов. Среди них герой нашего сюжета вместе с женой. И вот их многолетний труд получает признание на федеральном уровне. Ахмедовы становятся лучшими в номинации «Семья хранителей традиций» на всероссийском конкурсе. Традиции, которые вот у нас зародились, это начал даже, наверное, прадед, когда отправил дедушку учиться математике. И с 56 года мой дед работал в этой школе, где-то 30 лет он был директором школы. Моя мать работает тут тоже, учительница русского языка. Я учитель математики, брат учитель физики. Это была их первая поездка в столицу в полном составе с двумя дочерями. Он учитель математики, она библиотекарь. Шутят, что живут они практически в школе, а домой только под вечер. Поужинать и поспать. Дело свое они любят, что подтверждают и коллеги. Мы работаем уже 20 лет вместе. Все эти 20 лет он проявляет одни из лучших качеств. Он заботится о каждом человеке в коллективе. Относится с пониманием и с уважением к каждому из нас. Он прежде всего является ответственным и требовательным по отношению к себе, и только потом по отношению к другим людям. Продолжение последует. Во всяком случае, такую надежду дает младшая из дочерей. Старшая уже решила, будет юристом. А вот Патимат не против стать, как папа, математиком. А ты выбрала бы профессию папы? Вот у вас все математики, ты хотела бы стать математиком? Да. Я еще не исключаю, что я пойду по путям отца. «Семья года» – это не единственный конкурс, в котором приняли участие Ахмедовы всей семьей. У них немало побед в других образовательных стартах. И вот в планах участие еще в одном проекте. На этой победе, в этом конкурсе «Семья года» все не закончилось. Все это еще продолжается. Вот я недавно получила вот такое еще одно письмо от Управления образования, положение о всероссийском конкурсе журналистских работ. И в одной из этих номинаций «Жизнь замечательных семей» я буду участвовать. И к этому положению я уже подготовила статью. Раисат и Джамалудин своим примером приучают детей к труду и любви к знаниям. Главное, признаются они, чтобы девочки были специалистами своего дела и честными людьми. А вот какую профессию выберут дети, покажет время. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Гунибский район, Кегер.